Сотрудники Ивановского ГИБДД вводят новую практику. Они устраивают массовую проверку водителей на трезвость. Несколько экипажей госавтоинспекторов останавливаются на одной из улиц областного центра и на протяжении нескольких часов проверяют всех водителей, попавших в поле зрения. Основная цель такого рейда – выявление нетрезвых водителей. Но и это далеко не все. Масштабная остановка автолюбителей позволяет выявить угнанный транспорт, определить так называемых «бесправников», а также узнать уровень тонировки машины. Вот я сейчас вам делаю замер на прозрачном стекле, да? Видите, светопропускаемость 85%, на новое зеленого цвета, да? Наверное, да? Вот, то есть разрешено увеличение светопропускаемости. Вот я вам сейчас делал три точки, делаю трехточечный замер. Видите, вытираю свою личную перчатку, делаю замер первой точки. Показание. 0%. Водители, у которых уровень тонировки машины превосходил норму, просили снять затемняющую пленку со стекол. У тех, кто отказывался, снимали номера. Снять тонировку собственноручно предпочли около 50 автолюбителей. Подобная практика для нашего региона в новинку, но в странах Западной Европы полицейские предпочитают работать именно по такому методу, причем признают его довольно успешным. Наши госавтоинспекторы решили перенять опыт зарубежных коллег. Подобные мероприятия достаточно широко распространены в странах Западной Европы, в США и Австралии. Такое мероприятие мы проводим у нас второй раз. Ранее мы проводили подобные мероприятия только на контрольно-пропускных пунктах при выездах из города. Но сейчас вот впервые начали пробовать такую практику именно в городе. За 4 часа рейда инспекторы остановили около 300 машин и были удивлены. Не было выявлено ни одного нетрезвого автолюбителя. Угнанных авто также обнаружено не было, но двое водителей были без водительского удостоверения. По словам госавтоинспекторов, такие рейды теперь будут проводиться еженедельно и станут хорошей профилактикой пьянства за рулем. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.